Всем доброе утро. В эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Я потихонечку начну. Кто опаздывает, подключайтесь. А кто в записи, доброго утра или дня. Давайте начнем с тишины по традиции. В любой удобной позе. Можно скрестив ножки, сесть или на коленочках, или на стуле. Важно, чтобы спинка была прямая, и можно было спокойно посидеть, понаблюдать и при этом расслабляться. Давайте улыбнемся. Мягкая улыбка добавляет приятного ощущения, расслабления. И на вдохе будем по позвоночнику двигаться вверх, вырастая, как цветочек, к небу, к солнцу. А на выдохе стекаем в точке опоры. Чувствуем вес тела внизу. Мы как неваляшка осознаем вес тела внизу. Все вниз опускаем вес тела. А на вдохе все легче и легче, все выше вырастаем макушкой вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Для практики нам потребуется, ну как уже это я делал, как уже в прошлые разы было дыхание Уджайи, йоговское дыхание, дыхание победителя, дыхание с сопротивлением через горловую щель. Мы создаем сопротивление, шипящий звук. Давайте этот звук не просто будет шипящий, но на вдохе будет звук СО, слог СО, в переводе Я, ХАМ. Есть. Я есть. Со. Хам. Это и будет утренний старт нашей медитации. На со, хам. Произнесение звука, дыхание, уджая. Сохам еще называют аджапа мантрой. Мантра без звука. Джапа. Это когда мы произносим мантры там на четках или еще как-то. Джапа. Аджапа. Это мы делаем безмолвно про себя. Аджапа мантра. Сохам. Вдох. Со. Выдох. Хам. Мягко удлиняем вдох и выдох. Наблюдайте, что меняется. Мы просто сидим и дышим. Фокус внимания на дыхание и на произнесение сохам. Представьте, что на вдохе мы как такой шарик раздуваемся, наполняя себя сияющим светом золотистым. А на выдохе все ненужное стекает. Все ненужное стекает вниз, в землю. Тревоги, заботы, напряжение, все. Отработанная энергия. На вдохе мы расширяемся. Со. На выдохе.
стекаем в точке опоры. Сохам, дыхание победителя, дыхание Уджая. На вдохе мы вырастаем, расширяемся, наполняемся белым светом сияющим. На выдохе стекаем. Хам, произносим про себя хам. Стекаем в точке опоры. Все ненужное, все отработанное, тревоги, все отдаем вниз. Дышим еще несколько циклов. Второй базовый принцип дыхания – полное дыхание. Давайте, живот. Ладошка на живот, дышим животом, все то же самое. Со, вырастаем и стенку живота толкаем вперед. На выдохе стенка живота двигается в исходное положение. Вдох. Живот надувается. Сейчас сделаем выдох. До выдох, до выдох и втянули живот. Добавляем Удьяна Банха. Удьяна Банху. Отпускаем живот до. Животом. Выдох. Втянули живот, корневой замок, мышцы промежности и чуть-чуть подбородок на себя, горловой. Вдох. Сначала отпускаем живот, вдох. Выдох. Три замка. Отпускаем. Ладошки на ребра. Теперь живот и ребра теперь расталкиваем. Подключаем еще реберное дыхание. Выдох. Отпустили вдох. Выдох. Можно чуть поддавливать ребра свои на вдохе и на выдохе. Вдох. Живот. Ребра. Выдох. Теперь живот, ребра, ключицы. На ключицах пальчики держим. Выдох. Ключицы, ребра, живот. Можно ладошки или на колени, или перед собой поставить. Втянули. Можно двигать животом вперед-назад. Вдох. Ключицы, живот, ребра, ключицы. Выдох.
Хорошо, вдох, выдох. Спокойное дыхание. Поднимаемся. Не забываем, что тема занятия была 5 тибетских жемчужин, но я не удержался и от такой аутентичной йоговской практики. Замки, дыхание, полное йоговское дыхание, уджайи, пранаяма дыхания. Ой, на экране салют. Что-то кто-то нажал, видимо. Угу. Неожиданно. И уджайи еще сделаем разминочный комплекс. Руки через стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Руки через стороны, на носочки тянемся. Выдох. И еще дыхание уджайи. Вдох. Выдох. На пяточки опустились. Руки вперед. Вдох. Прогиб. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед, в стороны. Раскрываемся. Ладошки кверху. Прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Стоим, наблюдаем, что поменялось. Мы с вами подышали полным дыханием уджайи. Уджайи в яяму сделали только что. И втягивали, включали замки, бандхи. Переходим к основному комплексу. Это 5 тибетских жемчужин. Все там объяснения, разговоры в предыдущих видео были. Сейчас мы просто делаем, давайте, 12 повторений. Первое упражнение – это вращение по часовой стрелке, руки в стороны. Если голова кружится, прекращаем какие-либо действия, присаживаемся, очень аккуратно наблюдаем за своим состоянием. Не спеша, 12 раз. Один. Смотрим все время в одну точку, стараемся. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12. Остановились, поймали себя в неподвижности, опустили руки. Скорее всего, будет перед глазами такая вертушка. Это последствия вот этого вращения. Хорошо, садимся. Следующее. Поднятие ног до угла 90 градусов на вдохе, подбородок, горловой замок. Да? Ну, как мы уже знаем, это горловой замок. Поднимаем ножки и горловой замок. Ложимся, подошки в пол. Делаем выдох. Поднимаем ноги, вдох. Носочки на себя, голова вверх.
Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Можно ноги не опускать. Выдох. Вот на весу держи. Четыре вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Выдох. Восемь вдох. Выдох. Девять вдох. Выдох. Десять вдох. Выдох. 11 вдох. Выдох. 12 вдох. Выдох. Шавасана. Вдох, выдох. Хорошо, ножки согнули. Взяли под колени, потянули себя за ноги, сели, перекрестили и встаем на коленочки. Следующее. Ладонями упираемся в спину, в таз или в бедра. Чередование, опять, чередование прогибов и антипрогибов. Да? Скругляем спинку. Раскрываемся. Опять у нас горловой замок здесь. На вдохе. Давайте. Вдох. Прогнулись. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Выдох. Восемь. Выдох. Девять. Выдох. Десять. Выдох. Одиннадцать. Выдох. Двенадцать. Выдох. Хорошо. Садимся на коленочки. Наблюдаем. Следующее. Садимся вот в такую позу. Ножки вместе. Ноги вместе, носочки на себя, ладони давайте возле таза, на вдохе поза стола, поднимаемся, колени, ноги вместе, колени и стопы вместе, вдох, смотрим назад, выдох, подбородок на грудную клетку, два вдох, выдох, три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. Восемь. Выдох. Девять. Выдох. Десять. Выдох. Одиннадцать. Выдох. Двенадцать. Выдох. Хорошо. Сидим. Наблюдаем. Несколько секунд, отслеживаем состояние, перекрещиваем ножки и так, начинаем у нас собака головой вверх или ножки вот так вот на полу. Давайте
Пусть будут колени на полу. Вдох. Таз вверх. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Давайте без проламывания поясницы, коленочки на полу и ягодицы тут сильные. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. Восемь. Выдох. Девять. Выдох. Десять. Выдох. Одиннадцать. Выдох. Двенадцать. Выдох. Хорошо. Садимся. Наблюдаем, как поменялось ощущение. Хорошо. Встаем. И немного расширяем. Так. Расширяем то, чего не хватает в комплексе. Это, на мой взгляд, суставных упражнений, ну и более, скажем, более ёжистых каких-то действий. Начнем с пальчиков на руках. Сжимаем, разжимаем. Давайте и одновременно будем пяточками стучать, чтобы нам два в одном. Пятками в пол. Ручки наверху. Сжимаем, разжимаем. Вперед. Полностью сжимаем, разжимаем. Внизу. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем полностью. Посмотрите, полностью. Сжимаем. Вытягиваем и разжимаем. Хорошо. Пальцы опустили. Руки расслабляем. Постукиваем пяточками в пол. Выстраиваем ровную линию позвоночника. Голова, грудная клетка, таз в одну линию. Ровненько, чтобы была. Хорошо. Отпустили. Почувствовали кисти, все тело. Правое ухо вверх, посмотрели наверх. Левое ухо вверх, посмотрели наверх. Упражнение. Вот это объемная восьмерка, 3D-восьмерка. Начинаем. Вот кто не помнит, как делать. Над одним плечом, над вторым плечом. Давайте шею хорошенько. 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 Разомнем. Меняем направление. Смотрели вверх, а теперь вот с наклоненной головой смотрим вниз. Наклонили, смотрим вниз. Вот так. Сейчас все, что там были, зажимчики, укорочения, тонусы, все разминаем в шейном отделе. Хорошо. Правое ухо вверх, натянули. Ручку правую вниз.
Вот таким образом. Давайте пальчики на плечо и плечевой суставчик начинаем, вот локоть начинаем вращать вперед, назад. Хорошо. Отпустили. Левое ухо вверх. Правая рука сверху. Пальчики вниз. Дышим. Произвольно дышим. Вдох, выдох. Пальчики на плечо. Вперед крутим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Отпустили. Отводим голову назад. И приводим голову вперед. Ладошки на затылок. И теперь с сопротивлением голову назад. С сопротивлением голову вперед двигаем. С небольшим сопротивлением. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Поворачиваем голову вправо-влево. Хорошо. Теперь пальчики на ногах растопыриваем, идем вниз. Сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Растопырили, сжали. Растопырили, сжали. На носочках растопыренные пальчики, растопыренные пятки, носочки. Пятки, носочки. Вот пятки выпрыгиваем. 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 И теперь на носочках попрыгали. Прыгаем. Вправо-влево. Потом со скручиванием. Прыгаем. Вперед-назад. Вправо-влево. Вправо-влево. В стороны. Вместе, в стороны. Вместе. Руки добавляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Остановились. Вдох. Выдох. Теперь пробуем пальчиками зацепиться за коврик и, пронося пятку вперед, создаем удар пяточкой. Можно отойти назад и попробовать пройти весь коврик. Как бы пронося каждый раз на пальцах приподнимаясь и проносим пятку вперед. Сжимаем, разжимаем стопу. Вот, пробуем, учимся вот это делать. Хорошо. Постучали чуть-чуть по полу. Ноги ширина таза. Почувствуйте вот жужжание, вот эти ощущения в ногах и скрученные, скручивание с расслабленными руками, плечами. Макушка как будто подвешена за ниточку. Представьте, что мы такие висим и крутимся. Вырастаем позвоночником вверх через макушку. Очень аккуратненько, бережно.
Никаких экстремальных действий. Хорошо. Присаживаемся. Вот ножки пальчиками чуть-чуть в стороны. Присаживаемся. Как асану. Вот для утра это хорошая поза. Расслабляет. Ну, включает перистальтику. Если еще не ходили в туалет, то по-большому, да, вот, то обязательно это йоговская тема выводить токсины, выводить то, что нам не нужно, как на ментальном уровне, так и на физическом, да. Обязательно. Теперь дальше садимся. И расширенный, усложненный вариант. Упражнение 2, которое было. Или повторяем, у кого сложности возникают, повторяем вот этот вариант. Или вот этот. За головой. Ноги, пробуем ноги за голову. Выдох. И руками тоже можно потянуться за головой. Смотрим то, что получается. Вдох. Выдох. Вдох. За голову. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Выдох. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. Восемь. Выдох. Девять. Ножки 90 градусов. Руки в стороны. Следующий вариант. Расширение. Усложнение. Так, сейчас я посмотрю, как мне разместиться. Попонятнее. Ножки. Ладони в стороны. Делаем вдох. И к левой ладошке опускаем, смотрим вправо. Выдох. Вверх, да. Другую сторону выдох. Вверх, да. Первую сторону выдох. Вверх, да. Вторую сторону выдох. Вдох. Влево выдох. Вдох. Право выдох. Лопатки на полу. Вдох. Влево выдох. Вдох. Право выдох. Вдох. Согнули коленочки. Захватили коленочки. Хорошо. Покачали справа-влево. Вперед-назад. И сели. Сели. На коленочки встали. Следующий вариант у нас был прогиб-антипрогиб. Ну, попробуем позу верблюда стандартную. Уштрасана. Толкнули таз вперед без динамики. Дышим вдох. Статика. Выдох. Вдох. Выдох. Таз толкаем вперед. Вдох. Выдох. Таз толкаем вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Садимся. Делаем несколько глубоких вдохов, выдохов. Следующий комплекс в позе стола.
Ладошки смотрят вперед, пальцы ног вперед, все параллельно. Стопы на одной линии с ладонями, на ширине таза. Таз вверх, вдох. Таз между ладоней, выдох. Таз вверх, вдох. Таз пяткам, выдох. Таз вверх, вдох. Выдох. Вверх, вдох. Пяткам, выдох. Вверх, вдох. Между ладошек, выдох. Уголок. Вдох. Выдох. Таз вверх, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз сделаем вдох. Выдох. Голова к коленям. Вверх, вдох. Таз пяткам. Выдох. Хорошо. Дышим. Здесь расслабляемся. Дышим животом. Вспоминаем уджайи, полное дыхание. На носочках поднялись. Голова к коленям. Ножки вверх. Хорошо, садимся. И попробуем отсюда вот так. Ладошки у нас на ребрах тыльными частями. Ноги разведены, колени разведены. Выносим локти вперед. Вот если это возможно вынести, пробуем. Если нет, тогда одну руку и вторую руку вот так делаем. То есть не идем дальше, то, что я показываю. Если получается, зацепились за колени. И очень-очень аккуратно, очень нежно, нежно смотрим, куда сводятся локти. Хорошо. Следующий у нас комплекс. Собака головой вверх, собака головой вниз. Поехали. Собака головой вниз. И мы делаем через планку, через нижнюю планку, опускаемся в прогибе вверх, вперед, вверх, вдох. И через планку выдох. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Или через прямые руки, конечно. Если не получается, через прямые руки. Вдох. Можно через вот положение лежа отползти, встать. Опять колени в пол, нырнуть, кобра, вынырнуть обратно. И сможем такой вариант. Хорошо. Таз наверху, на носочки поднялись, справа опустили, выдох. Таз вверху, слева опустили, выдох. Подняли. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Руки, задняя нога прямая, ручки через стороны вверх, вдох. Правая вниз, выдох. Развернулись, вдох. Выдох, левая вниз, правая вверх, вдох. Выдох. Оттянули назад. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Ручки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Левая внизу. Правая вверху. Вдох.
скрутились, выдох, поменяли, вдох в одну линию, выдох, отшагнули в планку, вдох, выдох, на правой руке, таз вверх, вдох, таз вниз, выдох, на левой руке, таз вверх, вдох, таз вниз, выдох. Хорошо. Планка, вдох. Четуранга, выдох. Четуранги, вдох. Легли на живот. Выдох. Ребрышки потянули вперед, вдох. Локтями вперед. Ребра поставили, выдох. Руки справа, слева подняли, вдох. Выдох. Ноги вверх, руки вперед, вдох. Выдох. Руки назад, зацепились. Вдох. За ножки, выдох. Подняли колени вверх, голову вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. Оттолкнулись. Позу ребенка, вдох. Отдыхаем. Глубокий вдох, длинный выдох. Руки вытянули вдоль ног, плечи отпустили. Шеи, лопатки. Приподнимаемся, перекрещиваем ножки. Ложимся. Шавасана. 6 дыханий. 6 длинных вдохов, выдохов. Вдох. Уджайи. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Все, отпускаем, выдох. Хорошо, сгибаем ноги. Прижимаем ножки к животу. Напрямляем ноги, руки, стряхиваем. Трясем стопы кисти. Трясем. Остановились, взяли себя за ножки, садимся. Минута тишины, наблюдаем, что поменялось, как изменилась ситуация. В ощущениях, эмоциях.
Можно задать себе вопрос, как я себя сейчас чувствую. Давайте улыбнемся себе, миру, ладошки перед грудью. Откроем ручки в стороны. Я открываюсь всему хорошему. Я открыт всему хорошему. И вторая мантра. Я люблю мир, и мир любит меня. Давайте с пожеланием счастья и избавления от страданий всем живым существам, начиная с себя и всех, кто нас окружает, и всех-всех чувствующих существ. Спасибо. Так, завтра я не смогу выйти в эфир. Кто собирался, посмотрите запись и по записи позанимайтесь. Любой из 3 дней или любой из предыдущих записей. А в пятницу, возможно, будет перенос с четверга на пятницу. У меня просто начинаются тут поездки. Я сообщу. Все, до встречи. Спасибо.